огромный привет! Сегодня готовлю пирог «Королевская ватрушка» с курицей. Это очень вкусно и, главное, много времени не займет. Тесто замешивается практически за 2 минуты, можно даже руками не касаться. А ингредиенты найдутся на любой кухне. Итак, приступаем. Для начала приготовим начинку. Берем куриное филе, у меня грудка 400 грамм. Разрежем кубиками. Кладем в миску. Добавляем половину чайной ложки соли. Черный перец. Разбиваем 2 яйца. Добавляем 100 грамм сметаны. Добавляем 1 чайную ложку дижонской горчицы. У меня фирмы Хас. Все хорошенько перемешиваем. Отставляем в сторонку. Луковицу порежем кубиками. На сковороду наливаем немного растительного масла, кладем лук и обжариваем его до полупрозрачности. По желанию лук можно не обжаривать, он и так успеет приготовиться. Добавляем лук к мясу и перемешиваем. Закрываем крышкой и отставляем в сторонку. Займемся тестом. В блендер кладем 300 грамм муки. Добавляем половину чайной ложки соли, 150 грамм сливочного масла, только что из холодильника. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Теперь все пробиваем блендером. Если нет блендера, можно масло натереть на терке и при помощи рук превратить все в крошку. Берем форму, диаметр моей формы 22 сантиметра, смазываем маслом. Кладем тесто 3 четвертых. Разравниваем. Делаем небольшой бортик, кладем начинку. Сверху посыпаем оставшимся тестом. Ставим в духовку и выпекаем при 180 градусах 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Готовый пирог должен сверху слегка зазолотиться. Достаем, дадим пирогу обязательно немного остыть. Перекладываем на тарелку. Теперь можно разрезать и подавать к столу. Сочный и очень вкусный. Рекомендую приготовить. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!